7 творческих направлений и более 250 участников. Профессиональное жюри несколько часов выбирали лучших из лучших среди конкурсантов на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Школьная весна». В конце апреля 20 победителей отправятся в Ставрополь на национальный финал. У нас уже в регионе второй год, и у нас огромное количество желающих. У нас в 5 раз возросло количество участников. Было более 400 заявок. Отборочный этап прошли более 250 конкурсантов. И сегодня они на региональном этапе в очном формате соревнуются между собой по 7 направлениям. Участники показали себя в сольных и групповых выступлениях. На суд экспертов были представлены танцевальные, вокальные, инструментальные, театральные номера, а также выступления в направлении оригинальный жанр. Среди номинаций были и новые – это медиа и амбассадор движения. Большинство участников – завсегдатаи сцены, но, несмотря на опыт выступлений, волнение все равно присутствует. Ну нет, всегда, даже если хорошо отрепетируешь, всегда выходишь, волнуешься, потому что вдруг там кто-то что-то перепутает, кроме тебя еще как-то. Волнуемся, но стараемся всегда успокаиваемся, за кулисами выдохнули, вдохнули, все. Да, вышли на сцену. Волнение прям вообще зашкаливает. Ну, очень волнительно танцевать, но когда ты танцуешь, ты пытаешься танцевать, показывать движение от души, танцевать душой, как говорится. Всегда волнительно, но когда ты выходишь на сцену, страх уходит. Призовые места получили 67 солистов и коллективов, среди них 7 абсолютных победителей. Делегация от Ульяновской области покажет свои таланты в Ставрополе на финале, который пройдет с 28 апреля по 2 мая. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Управда ТВ.